місце, де ви живете, відображає ваш внутрішній світ. Яким ще може бути інтер'єр вашої оселі, ми дізнаємося прямо зараз від гостя, яка прийшла до нашої студії. Це Ольга Заревська, художниця і дизайнерка. І сьогодні пані Оля нам покаже навіть, які варіації можуть бути і що можна зробити з вашої оселі. Дуже раді бачити вас, пані Олю, в нашій студії. Здравствуйте. Ну, я вам что-то покажу, да, вы просто посмотрите. А я хочу немножечко рассказать свой взгляд на интерьер, на дома, на те помещения, в которых мы живем, находимся, работаем, отдыхаем. Это все то место, которое, на мой взгляд, отображает наш внутренний мир. Внутренний мир того человека, который находится, работает, живет в этом помещении. И я люблю говорить, что все привыкли к такой расхожей фразе: мы – это 80% нашего окружения. Как правило, мы думаем, что это люди, которые нас окружают, которые воспитывают нас, которые мы там как-то их пытаемся ранжировать, выбирать себе окружение. Но на самом деле мы не обращаем внимания, что люди – это меньшая часть. В основном вокруг нас города, улицы, тротуары, диваны, стены какие-то. И мы это все сбрасываем со счетов. А на самом деле это 80% нашего окружения. Угу. То есть, если мы будем жить в красе, будем споглядати прекрасное, то мы изменимся. Обязательно. Это 100%. И ну, этому даже не нужно какие-то доказательства. Когда мы приезжаем отдыхать или просто путешествовать в красивое место, мы автоматически замечаем, как у нас меняется тонус, как у нас меняется настроение, как у нас появляется желание что-то создавать, что-то делать. Ведь это же факт. Так, пані Оля, а ось ми, наприклад, зараз вже більше часу почали проводити, ну, в зв'язку з карантином, так, вдома. Якщо колись, ну, може для когось колись, може ні, не знаю, але для більшості, мабуть, вже трошки змінились і стали такими іншими пріоритети. Якщо колись можна було піти кудись втікти від того, де ти, місця, де ти живеш, піти на роботу, з роботи піти, поїхати кудись іще, там, не знаю, спортзал, там, ресторан і так далі, і так далі, і повернутися вже і перепочити лише, то зараз той час збільшився, і людина буває вдома набагато більше і набагато довше. Так? Щось, можливо, не влаштовує її. Да, это действительно очень актуальная проблема. Она действительно прямо очень остро встала на первом карантине. Потом люди немножечко втянулись, начали что-то менять. И вы очень правильно заметили, что это действительно потому, что у нас была широта, у нас был выбор, мы могли выбирать, вот чего нам не хватает, и ходить, получать какие-то эмоции, получать какие-то разнообразия своих впечатлений. И сейчас, оставшись закрытыми, люди испытывают вот этот вот дефицит не только общения, а еще и поглощения эмоционального фона, возможности получения где-то. Это первейшая проблема, которая, с которой столкнулись люди на карантине. Она действительно очень сильно угнетает. У нее есть накопительный эффект, это правда. Но я хочу еще на еще одну проблему обратить внимание. Благодаря тому, что раньше у нас были офисы, рестораны, кафе, парки, и вот эти вещи кто-то проектировал специально для того, чтобы получать какой-то эмоциональный фон, получать какие-то возможности, какие-то реализации. И мы это имели. А дома у нас не все привыкли проектировать под свои потребности или под свои какие-то эмоции и задачи. И очень часто, очень много людей живут в ситуации, когда, ну, как-то так получилось. Там что-то от бабушки. Ну, дивіться, якщо там, наприклад, ну, дісталась тобі та квартира, той будинок, ну, там, не знаю, хрущівка там якась, ну, нехай. От її, скільки їй там років вже, так, вона стоїть, що ж ти не зміниш її, ну, так і стоїть, живеш. Ну, почему не зміниш? Ну, вот, почему не зміниш? То есть, чоловік привык к тому, що вот так дали, вот так шкаф дали, вот так квартиру дали, і отлично.
Тогда, когда создавался этот шкаф, тогда, когда проектировались эти квартиры, были совершенно другие потребности у людей и совершенно другие потребности у государства, которое это проектировало, где был этот спецзаказ. Поэтому неудивительно, что они, ну, такие обедненные, скажем так, корректно об этих помещениях. Но сейчас, получив это помещение, ну, почему нет? Почему мы не можем подумать о том, что это нужно откорректировать под себя, под свои потребности? Ну, пані, ведь... я перепрошу, да? Тут дах не завжди можуть відремонтувати, не говорячи про те, щоб змінити будинок зовсім. Ну, але можливості, мабуть, в когось і є, я не знаю. Можливо, все разом, когда соберутся, то сделают что-то. Вы, ну, про это, так? Да, я как раз про то, что нельзя вот так вот отступать, и каждый, если каждый будет говорить о том, что ну зачем что-то менять, ну или ну и так отлично, то это никогда и не произойдет, конечно. То есть нужно начинать с себя. Сначала мы все умываемся с утра, причесываемся, потом одеваем одежду. Это же для того, чтобы изменить себя, правильно? То есть у нас есть какая-то задача. Мы хотим себя как-то выразить в мире. Мы хотим себя как-то подать. И мы это делаем. То же самое про жилье. Да, оно нам такое досталось. Да, у нас какие-то, ну, такие наработки, такое то, что осталось нам исторически. Но это же не значит, что нужно с этим смириться и никогда ничего не менять. Пані Оль, а ось дивіться, якщо, наприклад, ну, дісталося нам, ну, молодим, скажімо, людям, да, в яких ще є сили, в яких ще є оця потреба, бо, можливо, пів будинка заселено молодими людьми, а половина вже не хочуть нічого. Вже вони так хочуть дожити, як то кажуть, ну і так нам підійде, так, можливо. І ось так, зібравшись всім разом, перефарбувати стіни, так? Ну, що можна зробити з хрущівкою, наприклад? Ну, я, наверное, спочатку би посоветувала не починати с какой-то общности, потому что общность еще нужно собрать, хотя бы эти там полдома. Давайте посмотрим сначала на внутреннюю квартиру, на внутренний взгляд. Как правило, люди, когда думают, что они что-то хотят переделать, ну, что это, переклеить обои, поменять мебель, я предлагаю начинать думать вообще не так. Начинать думать о том, каким я хочу быть, какие у меня есть потребности. Я, например, хочу быть энергичным, веселым, деятельным. Значит, что? Значит, мне нужно достаточно получать солнечного света, чтобы получать эмоциональный фон утра, подъема одного спектра, дня более яркого, вечера, допустим, закатного. Значит, что? Значит, мне нужно, допустим, разместить рабочее место ближе к окну, а обеденную зону ближе к окну, для того, чтобы это получать и давать себе заряд на деятельность. То есть не про обои, неважно, какие ромашки будут на обоях на самом деле, но если мы обеспечим себе функционал, допустим, получение эмоций от света. Следующее, что можно сразу подумать, ну, это, конечно, уже более глобальный шаг, но это про планировку. Вот мы получаем эту квартиру, где как-то нарезан санузлик, как-то нарезан коридорчики. Это кто-то запроектировал вообще под другие потребности, еще раз повторюсь. Сейчас у человека совсем другая жизнь, другой уклад. Раньше было как? Чем больше комнат, тем больше можно разместить людей. Это была первейшая задача того времени. Сейчас гостиная, отделенная от кухни, например, малофункциональна. Либо в ней кто-то отдельно живет, то есть это уже не гостиная, а отдельная спальня, либо тогда в нее никто не ходит. Потому что мы привыкли, мы приходим, проводим время на кухне, мы там общаемся. Нам там мало места в хрущевке, потому что ее запроектировали для другой цели. А туда мы не ходим, потому что зачем? Телевизор утратил свое центровое место, есть гаджеты, есть другая информация. В связи с карантином появилась огромная потребность общения внутри семьи. И вот это вот разрыв, есть площадь, но не используется. То есть есть смысл подумать и задать себе правильный сначала функционал. Когда вы сделаете какие-то вот такие микроизменения, может быть, и обои не нужно будет менять, что-то поменяется в голове, и человек уже выйдет в подъезд или, ну, вот, в придомовую территорию совсем с другим взглядом. Не просто перекрасить там стены, а может быть, надо пойти посадить дерево, и это будет более глобальный шаг. Или, допустим, обустроить какую-то песочницу для детей, или лавочку.
От, пані Олю, ви пропонуєте ось, можливо, так розмістити зони, так, з вашого житла. Дуже гарні, до речі, варіації, дуже. Это, так, все виглядає. Да, варіанти того, як я зараз вижу, і варіанти дійсно здесь совмещенной планировкой, потому что, ну, это, на мой взгляд, сегодня такой функционал. Мы привыкли жить быстро, мы привыкли жить активно, мы привыкли одновременно готовить, кушать, общаться и еще что-то подсматривать в гаджеты. В две комнаты это не растянуть, это должно быть что-то одно, что-то постоянно моделируемое. Ну и потом вот здесь вот, например, тоже хорошо видно, что я стараюсь всегда стол разместить поближе к окну, потому что современный человек проводит очень много времени в помещениях, и, соответственно, он теряет вот эту эмоциональную загрузку, которая у нас тысячелетиями накладывалась природой. Мы встаем с солнцем, гормоны у нас просыпаются с солнцем, здоровье наше просыпается с солнцем, а мы находимся все время в помещении, и нам этого не хватает, у нас происходит такой разлад, и чуть-чуть какой-то стресс, и это все начинает рассыпаться на мелкие кусочки. Взагалі, такие вот сучасний погляд на житло, дуже багато таких пастельних відтінків, дуже таких спокійних, гарних. Якщо, наприклад, от ми взагалі будемо дивитись на концепцію. Концепція, ну, зрозуміло вже, що розширення території так, аби вона повністю була задіяною. Якщо це, от хочеться якоїсь краси, не знаю, там, якоїсь вишуканості, чи можемо ми додавати, не знаю, там, яскравих елементів, чи може комусь не вистачає? Знаєте, от є люди, яким треба від чогось брати ту яскравість? Отличний теж вопрос, часто задається моїми клієнтами. Здесь є два таких глобальних вопроса, которые нужно задать человеку самому себе. Во-первых, на сегодня тоже огромная тенденция, человек – это и есть самое яркое, что есть. То есть человек дошел до того уровня, когда это, ну, действительно венец творения, и в нем очень много. И если человек сам хочет быть на сцене, то все остальное должно немножечко уйти на фон и создать для него такую атмосферу, сцену как бы, чтобы он действительно там был звездой. Тогда это немножечко про спокойный какой-то антураж. Если человек хочет и готов получать какие-то эмоциональные всплески, эмоциональные такие толчки, тогда, конечно, да. Но, опять же, если мы помещаем какой-то яркий элемент, какой-нибудь антураж или антиквариат, или, наоборот, современное искусство, то для него нужен тоже фон. Ну, то есть мы все равно интерьер создаем неким таким фоном, который окутывает и создает место действия, и помещаем либо человека, либо какой-то арт-объект, либо это смена каких-то арт-объектов, либо это игра, допустим, человека с его какими-то произведениями искусства. Но это все происходит не просто в случайном помещении, которое, ну, как-то так было, и так мы и живем. Ми вистраюємо сцену, яка не мішає происходящему. Дуже гарно спроєктовано. Мені здається, що з хрущівкою не завжди буде можливість це зробити. Вона, по-перше, менша. Вікна, ну, не такі великі. Окна поменьше, так. І якось, знаєте, ну, тут для сучасних таких квартир, більш вже спроєктованих з самого початку. А якщо хрущівку змінювати, ну, я не знаю, тут треба якийсь особливий, мабуть, підхід, і я знаю, що ви вмієте, ви знаєте, як створити все, що завгодно, з будь-якого приміщення ви можете зробити щось цікаве. На самом деле, с хрущевки, они же никуда не деваются, поэтому с ними работает большая часть дизайнеров. И сейчас достаточно успешно из них создаются классные помещения. Конечно, когда есть большие окна, супер. Когда нет больших окон, это задачка со звездочкой. Но главное выкинуть все лишнее. Вот если вы даже сами решили что-то сделать в хрущевке или в каком-то маленьком помещении, задумайтесь, пройдите, у меня есть отдельные ролики, у себя, прям пройдите опросник, нужна ли вам эта вещь. Вот потому что маленькое помещение нужно оставить только самое-самое необходимое. Все остальное выкинется, и вы прям вдохнете, почувствуете возможность в этом что-то создавать. Потому что, как правило, мы получаем помещение, заставленное просто, ну,
как от пола до потолка. Ну, ж маленькая, треба ж кудись дівати речі. Так. Пройдитесь по вещам. Сейчас намного меньше люди используют вещей. Раньше был вот этот вот накопительный эффект. Всего не хватало, все нужно было хранить, все нужно было бесконечно как-то куда-то переделывать. Сейчас этого нету. Сейчас современные люди готовы жить свободно, они готовы использовать намного меньше вещей. Поэтому если выкинуть достаточное количество, в хрущевке тоже есть место. Панюлю, так от настільки класний варіант ви придумали. Він, до речі, був завжди. Але є люди, які звикли накопичувати, і їм настільки тяжко попрощатися з тим, що вони зібрали. Вони ж скільки років дивились на це. Можливо, не користувалися, але дивились. І для них це серйозна проблема. Але треба щось змінювати. Якщо ми хочемо самі змінитись, то, мабуть, перше, що нам треба змінити, це те оточення, а оточення з предметів, воно найбільше. Ось викинути так. Все і почати дихати нормальним життям жити, так? Це точно. У мене є спеціальний тест для людей, я розробляла. Там є вот один глобальний вопрос. Даже його одного достатньо буде для того, щоб немножечко протестувати свої речі. Це якраз про 80% окруження. Возьмите любую вещь, которая у вас там стоит, рамочки, магнитики на холодильнике, вот это все, она может быть маленькая, посмотрите на нее и спросите, откуда вещи там? Так, я навіть запишу себе, бо це треба, це треба всім. Откуда эта вещь? И какие она вызывает у меня эмоции? Ну, например, эту вещь мне подарили на каком-то корпоративе какие-то люди, которые ну, для меня не очень-то значимые. Она вот вроде есть, но ну, такое. Mm-hmm. Ну вот просто вот это все потом отбросьте и просто как бы, ну такое. Ну это же такая эмоция. Или, допустим, подарили на корпоративе, ну вещь мне вообще не нужна, ну вроде подарили, выбросить жалко, ну такое. Ну и вот, mm-hmm. и она где-то стоит. И такого уж богато. Да, как правило, вот этого много, ну потому что мы привыкли, вроде жалко, вроде что люди подумают, ну вот как-то, или так она висит там уже и прижилась, там какую-то дырку в обоях закрывать что-нибудь. Но когда вы напишете напротив каждой вещи такое, 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 посмотрите на листик и прикинете, а я живу среди такого. Угу. Ну, может, лучше оставить одну вещь, которая подаренная кем-то, и вот вы смотрите, или там где-то купленная, и вспоминаешь, да, я был в этом месте, класс. И вот пусть лучше она одна стоит, но вы, ну, не будет засоряться другим эмоциональным фоном мозг каждый день, потому что это намелькивает, и человек уже не обращает внимания. Но оно все равно есть. Оно все равно каждый день на нас, это как воздух, который... Оно давит. Да, как воздух с пылью. И мы уже как-то сжились, уже как-то кашляешь так. Поэтому тут... А что залишати? Ну, от эмоции, ты зрозуміла. А вот, ну, якщо це, наприклад, якісь функціональні речі. Ну, шафа, але вона велика, вона не підходить. Якщо емоцій нету... Викидати шафу. Так. Тобто залишати лише... Що залишати? Що залишаємо? Только то, що викликає положительні емоції, либо стимулюючі емоції. Ну, от зараз, особливо, коли ми попали в карантин, просто поки ми були не в карантині, нам ці емоції хтось проєктував. Ну, хтось, це такі люди, як ми. Тобто в інших містах. Звісно, ми стараємося проєктувати ну, максимально положительні середи обитання чоловіка. Но вдома це от відбувається якесь накоплення, і там може бути щось таке середине, нестатистическое, накапливаться непонятно как. И вот в данном случае надо оставить себе только то, что ну, толкает, только движет. Ну, все, что тормозит, не даст выйти ну, на новый уровень. А как бы даже будет ну, так, затягивать в болотце. Поэтому, если этот шкаф, ну, вы складываете в него вещи, ну, смотрите и думаете, ну, боже ж мой, ну, какой коричневый, или там пыль под ним неудобно вытирать. Ну, все. Панюля, это просто ну, порада номер один. Я думаю, для усіх. Ну, тут незалежно навіть, ну, хіба що для тих людей, які тільки що зробили це. Для всіх решта підходить. Треба переглянути, передивитись на ваше оточення, яке складається із речей, і зі стін, із того всього, що вас оточує, і повикидати –
позбутися усього зайвого, і ви почнете жити іншим життям. Я вам дуже дякую, Олі, за ту пораду. Дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії, показали стільки гарних варіантів класного інтер'єру. І так, я думаю, може для когось це буде теж підказкою, як змінити повністю усе, що є навкруги. А тож будемо чекати вас ще в нашій студії. А головний ще мікросоветик дам. Нельзя думати, що це можна зробити один раз. Так, это постоянно нужно, это да, треба периодически робити. Раз в полгодика, раз в годик проводить такую инвентаризацию, потому что вроде бы все выкинул, через полгода откуда это все так берется? Це все з'являється знову. Тож будемо слідкувати за цим, так, і намагатися жити повноцінним життям. Так. Ну, а ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.